Область исследования – МСКТ головного мозга. Перелом костей черепа и субарахноидальное кровоизлияние на КТ головного мозга при расшифровке данных с диска. Проведено МСКТ исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные, корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получено изображение суб- и супратентериальных структур головного мозга. Визуализируются контузионно-геморрагические очаги 4 типа с зоной перифокального отека в лобных долях. Справа размером 47 на 29 на 29 мм, слева 53 на 40 на 34 мм, в правой височной доле размером 29 на 24 на 21 мм, в правой теменной доле в зоне 27 на 21 на 13 мм. В четвертом желудочке визуализируется сгусток крови округлой формы диаметром 8 мм. Также определяется субарахноидальное кровоизлияние в лобной, теменной и височной области слева. Определяются переломы чешуи лобной и теменных костей со смещением на ширину кортикального слоя. Область турецкого седла не изменена. Цистерны основания мозга не расширены. Срединные структуры мозга не смещены. Желудочковая система мозга умеренно расширена. Прозрачная перегородка не визуализируется. Передние рога боковых желудочков компримированы за счет отека. Субарахноидальные пространства и борозды мозга умеренно расширены. Слуховые проходы проходимы с обоих сторон симметричны. Пневматизация гайморовых пазух снижена за счет биологического содержимого. Пневматизация клеток решетчатого лабиринта, лобных и основной пазухи сохранена. Патологические включения в них не выявлены. Заключение. КТ-картина перелома костей черепа, контузионно-геморрагических очагов лобных правой, височной и правой теменной долях, субарахноидального кровоизлияния слева, сгустка крови в четвертом желудочке мозга. Данных за дислокацию срединных структур головного мозга не получено.